Бизнес-план по созданию производства катализаторов для нефтехимических компаний в особой экономической зоне Алга получил поддержку экспертного совета ОЭЗЭ. Напомню, компания Алимекс планирует вложить в проект порядка 5 миллиардов рублей и создать 75 рабочих мест. Вот приступить к возведению завода инвестор намерен уже в следующем году, ну а запустить производство в 2024. Предполагается, что 75% продукции предприятия будет реализовываться на российском рынке, остальную часть планируют экспортировать. Данная площадка выбрана по условиям технологической близости и доступности энергоресурсов, поскольку предполагается обеспечить энергоресурсами данную площадку страны «Газпром Нефтехим Слава». Производство в периметре особой экономической зоны дает ряд преференций. Ну вот на сегодняшний день в особой экономической зоне Алга зарегистрировано 9 резидентов. Объем заявленных инвестиций – 18 миллиардов рублей.